что она результативна, но здесь Автодору как будто и не из чего выбирать. Главное, чтобы игроки могли набирать очки. Машет со средней дистанции, Хилл доставляет мяч в передовую зону, атакует подобным образом. Промахнулся. Дмитрию и данные физические, и прыжок, все абсолютно позволяло. И Алекса теперь начинает новое владение гостей. Хилл со средней бьет через руку Васы, забивает. Против Хайлоу Тайса и не дали ему завершить атаку алиупа. Хилл со средней через Хэммонса попадает против более крупного соперника. Есть численное преимущество Руны в этой атаке. Походяев в гордом одиночестве из угла забивает. Иванович не получил. С другой стороны на Хилла пошла передача. И вновь смена от Автодора Комиссаров. Хилл получает заслон от Попова. Рвет дистанцию. Петенев против него очень здорово обороняется и затруднил первую попытку. Хилл перевел мяч в передовую зону. Петенев очень здорово обороняется против него. Затрудняет попытку, но Мавра с дистанции не попадает. Но главную цель он выполнил. Убил 20 секунд. Таюс под кольца 2 плюс 1. Мавра с дистанции не попадает. И Хилл устремляется в быстрый прорыв. Еще 2 очка набирая. У него становится...